Приветствую вас на канале Мусалим. Сегодня в работе Ford Kuga. Автомобиль уже разобрали, подготавливаем поверхность проклейки, все обезжириваем, убираем всю грязь. Краткий обзор по штатной шумоизоляции. Разобранный багажник, вот такие большие арки и ни одного кусочка вибра, никакой штатной шумки. Все это соответствующе сказывается на шумоизоляции салона. Разобранные двери. Вот, немного вибра в дверях есть, но не хватает, этого не хватает. Передняя водительская. Вообще голая дверь, один металл. Все это будем исправлять, работать будем по программе Olymp Plus. Максимально все проклеивать и обесшумливать. Разобранный салон. Ну тоже по сравнению с габаритами кузова, вот такие маленькие кусочки вибра не спасает автомобиль. Вибрация идет по кузову, никакой штатной шумки нет. Все это будем исправлять. Приступаем к работе. Проклеили виброматериалами Ford, проклеили салон. Салон проклеивается, толщина материала 4 мм. Все, весь материал предварительно разогревается и при проклейке прокатывается. Нанесли первый слой вибропласта, также 4 мм в двери. Все прокатали. Закончили проклейку багажника. Арочки проклеиваются усиленным материалом. Все разогревается и прокатывается. Багажник. Багажник проклеивается, толщина материала 3 мм. Вот такая красота. Продолжаем работу. Заканчиваем проклейку Форда шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник. Арки проклеиваются усиленным материалом. Наиболее шумные места авто. Проклеили пол багажника. Проклеили весь салон. Вот так одним ковром все стелится по всему салону. Ничего не оставляем, никаких пробелов. Все проклеивается. Такая красота. Все это шумопоглощающие материалы. Двери у нас проклеиваются в 4 слоя. Первый вибро. Второй слой двери. В двери клеится шумопоглощающий материал. Затем третьим слоем снова наносится виброматериал. Все прокатывается. И четвертым слоем еще один шумопоглощающий слой. 4 слоя на двери дают колоссальный эффект. Снимают как вибрацию, так и шумопоглощают все звуки с улицы. Вот так проклеен у нас салон. Место переднего пассажира, водительское место. Все проклеено. Все, будем приступать к сборке авто. Закончили сборку салона Ford Kuga после шумоизоляции. Все детали автомобиля, весь пластик сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. Антискрип дверей в подарок. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!